Сегодня мы снимаем клип. Сейчас 8 утра. Закончим мы практически через сутки. 1 августа в 3 часа ночи. Так. Пойдем. Пойдет, все супер. Одели артиста. Сейчас пойдем на первую локацию. Обувь тяжелая, капец. Ну. Ростик на тебя жалуется. Так. Обувь тяжелая, говорит. Тяжелая обувь? Спасибо. Вячеслав? Да, мы уже почти готовы. Please change the battery. Как тебе вообще съемки? Да классно проходит. Но пока еще не начали. Пока еще даже не начали. Да вообще просто. Уже хорошо. Снимаем. Первую, последнюю локацию. Сейчас мы снимаем кадр, где ты закрываешь ноутбук. Должен представить, что вместо этого зеленого экрана видеоигра, да, в которой ты все это время управлял. Сидим, ждем. Что за монетка такая? О, я вам не скажу. И все удобно. Еще не устал? Нет. А ты конечный результат в голове представляешь примерно? Или пока такой вакуум? Пока именно наслаждаюсь процессом. Слава богу, да, отлично. Ты гуд, парни, 15 минут. Потратить еще минуту. Там ровно, да? Остался последний кадр общий, общего плана студии. И все, едем на следующую локацию. Да, у меня такая большая версия. Алло. Вторая локация, как тебе? Вай здесь от света особенно. Короче, вайбовый, да. Сейчас снимаем вторую локацию. Это старая квартира. В этом кадре Нурбек, начинающий артист, который грезит своими мечтами о создании чего-то великого. Пойдемте покажу, как выглядит локация. Здесь у ребят обед. Идем на основную локацию. Там шумно, ребятам мешать не будем. Здесь Нурбек сидит, пишет музыку. Вокруг стилизованные плакаты, трекинг монитора, на который мы потом выведем графику. Короче, думаю, все будет круто. Ну, мы, мальчишки, делаем свет. Я конкретно гафер, он же художник по свету, и это Валера. И я ему даю задачу: Валер, это должно здесь висеть, и как это будет висеть, определяет он. Данечка, мой самый младшенький, хороший, контролирует мою шизу и в целом подсказывает тоже, что можно сделать такого прикольного. Я делаю дым. Он шутит. Не, Ростик стилист. Он играет в хромакей. Он играет в зеленый экран. Блин, мне вторая часть больше нравилась. Да, да. Сюжет интереснее. Это какой уровень сложности сейчас стоит? О, это хард. Это хард, да. Слой. Назвал эту песню, потому что... Ну, как это, ассоциация с мелодией был, когда я создавал. Она в ТикТоке, да, популярна? В ТикТоке, да, популярна. Еще есть отдельная история. Я когда загрузил это видео, то есть оригинальный звук, не официальный трек, а оригинальный звук, там было 1,5 миллиона видео, звуку удалили. То есть ТикТок просто так взял и удалил. Почему, я вообще понятия не имею, честно. Тренд знаешь, который под этот трек снимают? Да, тренды я знаю. Вообще, как я заметил, там тренд вообще... Начал самым первым именно какой-то французский тиктокер. Да. И всем, кто участвовал в этом тренде, отдельное спасибо вообще. Сейчас мы заканчиваем съемку на второй локации. Это было очень тяжело, вот, но мы справились с этим. В третьем локации у нас большой загородный дом, а там будет тусовка и очень много людей. Ну, мы приехали на третью локацию, предпоследнюю, дом, машина, все это участвует в съемках, отснимаем сейчас тусовку. Вообще, обычно одеваю классику, тут вообще совсем другой А теперь вопрос. Не факт. Ага. Я музыку начал писать почти 2,5 года назад, но в целом музыкальный опыт у меня порядка 7-8 лет. На гитаре играю по сей день, очень много музыки слушал, даже те музыки, которые вообще не популярны. Я около 20 проектов открыл за неделю, где-то так скажем. Трек Slay открыл, просто начал делать, потом закрыл, сохранил. Через неделю я открыл, просто послушал и такой, ну нифига себе. Вот один из 20 проектов, которые я за неделю создал, вот один из них — это Slay.
здравствуй, Гриша. Все нормально будет. Будет нормально. Вообще, как только вышел трек, за неделю он набрал 2 миллиона прослушиваний Spotify. Да, это очень большие цифры. Мне все говорили то, что вообще охреневали. Батя мне лично сказал то, что он гордится мне. Мне это приятно в целом. В глазах бриллианты VVS вызывают неподдельный интерес. Готовим локацию, расставляем свет, надуваем реквизит. Примерно вот так это все выглядит. Здесь будут люди. Кремерка, главную модель кремируют. На втором этаже есть вот такие прикольные источники. Они создают не знаю что. Ну и самое главное. Я мало спал сегодня, поэтому немножко утомленность есть, но энергии хватает в целом. Хочешь еще подобные съемки? В будущем, почему бы и нет? Круто, мы пришли, здесь все в сборе, мы здесь будем пить пиво. Вкусно? Вкусная пицца. Мне все нравится, я думаю, нужно смотреть. Играет музыка. Вам нужно, ты можешь прыгать, ты чувствуешь. Тоже прыгаешь максимально. То же самое. Максимально танцуйте. Сможешь? Потом. Нам дали задачу танцевать и уже начать чувствовать. Я просто софт, у тебя что задача стоит. Диджей без наушников, ничего не подключено, просто... Делаем все то же самое, но у нас появляется новая переменная. Вот главная модель, Полина. У нас есть артист. Артист в вашу тусовку попадает случайно. Давай. Неимоверно сложно. Я не знаю, видел, сколько на нас с Саней пота? Я хочу подышать. Не, ну, не устал, но вспотел. Выглядишь классно. Ты красавчик, да, опять? Да, опять! Хорош! На! Сюда! Санчес устал? Ты что-то одна 30-тысячная того, что я могу. Устал? Очень. Дэн устал? Пока нет, брат. Калагривый правда говорил. Ну вы с Саней вообще какие-то неубиваемые, непотопляемые. А ты устал? Я очень. Ну да, я, наверное, скромный, как многие люди говорят. Все же, типа, иметь такое большое количество аудитории, прослушиваний, мне отчасти непривычно. Я кручу зеркало. Сказали крутить, я кручу. Снимаем финальные кадры на этой локации и сразу же дуем на автодром. А я не спал 15 часов. Снимаем кадры от первого лица, как будто бы это герой. Попадают на тусовку и все это видят своими глазами. Жестко. Вот отсюда там можешь снимать. Как тебе, кстати, в Питере? Красиво. Красиво? А в Москве? Москва тоже красиво, но они красивы по-разному. Куда еще хочешь съездить? Возможно, Польша. Польша. Там будет концерт, ну, общий от нашего лейбла, Black 70 Media. Там крупные артисты, как Курт Хелл, вот Санек Нуэки, Дима Толчонов, мировые чарты, Шазами по электронике, именно мировая электроника, я занял первое место. Там 3 или 4 недели продержался, ну, дальше сейчас топ-10, где-то топ-5. У меня есть с собой футболка запасная. Я не устал. Он же на концерте прыгает. Ну, типа, у тебя энергия заканчивается? Ну, бывает иногда. Так, мы закончили третью локацию. Сейчас едем на автодром. Доснимывать последнюю. И все, клип закончен. Осталась самая сложная часть, потому что там будут мотоциклы, горящие колеса и... Ну, это невозможно сконтролировать. Короче, приехали мы на последнюю локацию. Это мотодром. Здесь у нас будет 8 сумасшедших мотоциклистов. Где-то полтора часика мы строим локацию, свет. Будет много фаеров, салютов, огня. Поджигаем колеса. Будет сложно, красиво. Все устали. Да, все устали, это факт. Мотодром сейчас будет. Съемка последняя. А дальше уже вот... монтажеры сделают финальную версию именно клипа. У меня мозг плавится. Я не спал 2 суток. И еще впереди, я не знаю, часов 10, наверное, технической работы. Да,
Супер, главное, короче, вот свет. Давайте подальше от него держаться. Спасибо. Очень красиво. Сейчас, еще погоди. Чуть-чуть дальше снимать. Глаза прослезились от именно салюта в основном. Да. Уши чувствительны, но думаю, привыкли. Но тут громко. Ребята, с вами надо будет огонь, бернаут и все вот эту историю. Ты большой молодец. Было очень приятно. Мне тоже приятно. Спасибо. Я как директриса в школе. Все, наш лучший ученик. Грамоту лучшему фонкеру ученику. На последней локации все. Мы уже закончили съемку. В общем, мне очень понравилось. И вообще, бешеный результат, надеюсь, выйдет. А? Спасибо за просмотр. И ставьте лайк. Это было огненно. Да. Смотрите результат на канале. О!